Итак, всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас очередная посылка пришла. Так, сейчас разрежем ее, посмотрим, что у нас здесь лежит. Я еще не знаю, что здесь такое, но сейчас увидим. Собственно, что же здесь у нас обитает в коробке. Так, нож, конечно, туповат. Не предназначен для резки, так как это метательный нож, как вы видите. Так. Вот так вот. Сейчас поглядим. Метательный, зато круто выглядит, да, так прикольно. Мне лично нравится. Черный цвет еще такой. Чух. Тяжеленький довольно. Вытаскиваем. Все, вот это, если только не коробка, блин. Вот так. Все. Вытащил я коробочку. Так, смотрим, что же здесь у нас такое. Так, что на коробке никаких обознавательных знаков нету, кроме надписи Nokia. Так, так. Ага, это 3720 пришел ко мне. Хороший. Пылючки немножко. Сейчас протрем. Нормально. Хороший телефончик. Вот такой вот у нас. Хрен знает какого года выпуска. Тут у нас русская клавиатура имеется. Хорошо. Так, кромочка у нас что-то прорезиненная. Чтобы влага не попадала там. Вот это вот она. Так, тут у нас кнопочки. Здесь у нас камера на 2 мегапикселя. Аж. Так. Вот у нас все плотненько. Это замочек у нас. Хорошо. Ну, сейчас включить попробуем. Так, что не включается? А что ж такое? Она батарея села. Попробуем туда открыть его. Хреново открывается, надо чем-то, на чем бы его открыть, сейчас посмотрим. Так, ладно, сейчас попробуем пальчиками. Туго очень открывается так. А здесь пальцем хана настанет к этим ногтям. Да, ногтями хрен откроешь, короче. Надо чем-то это самое плотнее открывать. А ну сейчас выключу камеру, короче, и открою его. Так, все, удалось мне его открыть с помощью такой пластмассовой штучки. Но это специально, чтобы не царапать здесь ничего. Потому что металлическое можно поцарапать. Крышечка у нас такая с уплотнителями. Так, что у нас там? А батарейка у нас, походу, заклеена, да. Она у нас заклеена, чтобы его нигде не включали, если что. Хорошо, убираем эту наклеечку. Да, ну типа у нас Nokia тут даже, голограмма. Типа оригинал. Батарейка, ну, не знаю, насколько она оригинальная. Так, вставляем обратно. Тут у нас, короче, разъем. Так, у нас тут Made in Finland, типа. Так, тут у нас разъем под сим-карту. Это под флешку. Так, вставляем обратно. Так, сейчас закрыть же надо его. Вот так, как. Так, аккуратненько. А то как-то. Так, а ну-ка, попробуем. Туго, конечно, закрывается. Так и закрывается тоже. Ну, в принципе, оно так и должно. Так, вот так вот, потому что типа водозащита, ну тут по старому стандарту еще там какой-то IP62, чи какой-то, чи 58, что-то такое. Не помню, в общем, давненько было. Так, сейчас пробуем включать. Так, есть контакт. Телефон включился. Так, акцепт. Звук хороший. И телефон сам по себе тоже хороший. Так. Сейф. Окей. Так, батарейка, конечно, разряжена немножко.
Надо подзарядить профайл с Зема. Зем, нет, где же русский язык надо искать? Он language and settings, English, Dutch. Так, русский язык есть. Все, русский язык есть. Выставлен. Отлично. Все. Так, что это такое? Это камера, типа, да? Ага. Так. Ну, в общем, все у нас тут. Как все как в Nokia. Ну, что сказать. Как обычный Nokia. Это есть Nokia. В принципе, посмотрим, что у нас тут. Разъемчики, что тут они. Так. Ага, вот они. Разъемчики. Так. Все на своих местах. Все на месте. Самое главное, так еще плотненько прилегает. Это хорошо. Замечательно. Вот такой вот у нас телефончик, однако, приехал. Вот так вот посмотрим еще внешний вид. Вот он у нас. Вживую на него поглядим. Угу. Выглядит хорошо. Тут сверху, снизу, сбоку посмотрим. Такой вот аппаратик замечательный. Древний, правда, но замечательный. Тут у нас под ремешок этот самый фиговина. Отверстие, типа, можно было на шею вешать, как колокольчик у коровы. Так, вот такой вот у нас. Вот так вот. Поглядим. И, думаю, хватит с вас. Поглядели и хорош. В общем, аппарат мне нравится. Хороший телефончик. Качество нормальное. Можно юзать. Вот так вот. Понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока.